Всем привет, друзья! С вами Новый Мерси Радио, программа «Кулинария». Сегодня мы будем готовить изысканное блюдо, поскольку мы выяснили путем статистических всяких измерений, что большинство наших слушателей – это школьники, ученики, выпускники кулинарных техникумов, ПТУ и выпускники детских садов. И поэтому они просят научить их готовить что-нибудь несложное, изысканное и на базе Ролтона. Сегодня мы попробуем это сделать. Да. Ну что, во-первых, давай посмотрим, какие ингредиенты нам предоставили наши продюсеры для этих съемок. Естественно, во главе всего Ролтон находится. Ролтон всему голова. Ролтон – это основной ингредиент нашего сегодняшнего блюда. А что будет его дополнять? Дополнять его будет брокколи. Размороженные брокколи. Брокколи добавят изысканности этому блюду, мне кажется. Сытности этому блюду добавят сосисочки. Сочные сосисочки. Вот, и что? И, естественно, все это нужно будет залить крутым кипятком. Сырочки, да. У меня в кармане есть сырочки, я совсем забыл. Хотел удоить их и съесть потом отдельно после съемок. Естественно, сырочки. Сырочки сделают из этого супа, из обычного ролтона, они сделают сырный суп. Как это называется? Сырочек. Дружба, что? Крем-суп получится. Начинаем! Ну вот, наши супы практически готовы, осталось только подождать, пока они заварятся. Теперь гаси камеру и давай что-нибудь пиццу какую-нибудь закажем, чтобы там повесить, выливать в бурмату.